Марина и Дмитрий – обычная семья, где нет бурных страстей. Они вполне довольны тихой, мирной жизнью. Но вот от встряски не уйти. Неожиданно они сталкиваются с мужем Марины, пропавшим в США 15 лет назад. Выясняется, что Марина официально с ним не разведена, а дом, который она уверенно зовет своим, принадлежит ему. Теперь Марине нужно убедить мужа, что он должен не только развестись с ней, но и отдать все до копейки по доброте душевной и снова исчезнуть. И здесь в сюжет вплетается сестра Марины. У Марины началась паника. Она оказалась брошенной. Только я ее не бросал, она отлично это знает. Неважно, что ты делал или не делал, или ты собирался делать. Важно, как это выглядело со стороны. Отдельно стоит отметить работу художника-постановщика Ульяны Ереминой за создание оригинальных декораций и костюма под хохлому для всех действующих лиц, что сразу настраивает зрителя на ироничный лад. Красной нитью через спектакль проходит мысль о том, что каждый из нас не только умеет создавать себе проблемы, но и способен их решить. Спектакль жизнеутверждающий, искрометный и в непростое время напоминает о том, что жизнь хороша, даже если есть несветлые полосы.